Всем привет. Добрый день. Всем здравствуйте, заходим. Как-то все не спеша подходят. Давайте ждем еще пару минут. Начнем. Евгений, тебя 5 августа научит Женя Краснов. Попроси его. Всем привет, привет. Как звук, кстати, вот этого манка? Мондо. Это был Мондо. Тоже американцы очень любят манки, особенно в затопленных лесах. В затопленных лесах охотятся
с Мондо и Ларисой. Ну, по крайней мере, по видео Ларис и Мондо. Классный манок. Мондо мой, но у меня тут обычный черный. Он такой вот огромный. Еще есть где-то поменьше Мондо. Но его далеко доставать. А есть чисто еще мощнее катдауны, вот этот другой. Не знаю, как по ощущению звук на записи, но вот в комнате, по-моему, даже в комнате небольшой, эхо не такое огромное. Тэшка у меня вот. Вот это звук, вот просит звук. Комментарий потом не видно будет. Звук Т1 просит. Можно звук Т1, вот. Да, вот в чем прелесть вот этих, я не знаю из-за чего. У Мондо, может быть, из-за того, что такой низкий хрипатый звук. Так, Тэшка. Тэшечка очень хорошая. Это именно с маленькой дыркой. От него тоже очень мало эха, как на Ивановских болотах. Именно Тэшка спасала. Не было эха. Так, ладно, 11.11. У нас тут не выступление. Да, ну Ларисы все отличные. Мое мнение, вот в мой набор, это... Ларис гибрид и Тэшка, если берете Тэшка, обязательно с мелкой дыркой, она отличается от всех. Вот такой комбо просто отлично работает. Потому что Тэшка с обычной дыркой, она очень близко к гибриду. То есть, как бы не почувствуете разницу, один другой будет перебивать. Итак, начнем уже. Еще немного. 45 линий. Тэшечка. Тэшечка именно с маленьким выходным отверстием. Small bore. Нет, большого у меня нет. Ну, есть обычный гибрид. Тэшка примерно то же самое получится. Потому что... Ну, она отличается в основном только баррелем. Маленький баррель дает лучшую управляемость манком.
Есть даже со средним. Имейте в виду разные выходные. О, Никита подошел. Можно начинать. Средний выходной, я не очень понимаю, про что речь. Ну, там стандартное заказывают. Привет, Александр. Стандартное заказывают и маленькое. Кто-то там какие-то отдельные, если заказывает выходные, то это уже другой вопрос. Итак, много разнообразных участников. Погнали тогда в генератор. Средние, я так думаю, это регулярные отверстия. А могут заказывать с более большим еще. Что-то вот так вот я слышал. Так. Начнем традиционно с теста. А, Петр, привет. Это тестируем. Мелкая дырка выходная еще позволяет, ну, легче переходить. Легче переходить на подскуливание всякое. Махачкалы. Махачкале тоже всем привет. Так, на чем тут остановимся? О, давайте на такой. Нет. О, 99. Хорошо. Погнали. В наш диапазон. Одного до 45. Итак, Monok Laris с маленьким выходным отверстием. Лучший помощник, по моему мнению. Так, всем, парни, удачи. Вас много. Надеюсь, кому-то из вас сегодня повезет. Итак, барабан. А, стоп. Алиса, какое сегодня число? Алиса, сколько времени? Сейчас 11 часов 16 минут. Так, уже 24-е, 11:16. Ларис, Т1, мелкое выходное отверстие. Всем удачи, барабанная дробь. Поехали. Ну, опять 31. В прошлый раз тоже был 31. И кому у нас повезло с номером 31 в этот раз? Горохов Владимир, поздравляю. 31 это счастливое число в Якутии, видимо. Якутия забирает весь Ларис. Поздравляю, Владимир. Жду от вас сравнения. Сравните с обычным. Так. С вами, парни, уже становится очень предсказуемо все. И зачем в Якутии столько много ларисов? Объясните мне, пожалуйста.
Ладно, мы переходим к следующему лоту. Ларис любит Якутию. Да, вполне возможно. Так, поехали на гусиные. Поликарбонатный RCC. Вот от высоких звуков эхо, наверное, ощутимое слышно. Полик. Самый, наверное, рабочий инструмент из RCC. По-моему, даже сам Билл работает на поликарбонатном. Не буду врать, но я что-то подобное слышал. Вполне подходящий рабочий манок, то есть и недорогой, при этом вполне выполняющий свои функции. Так. Подождите, а мы его разыгрываем вообще? А, ну забрали номер, да. Разыгрываем. Все. Привет, привет, кто еще заходит? Николай, привет. Так, поликарбонатный, не поликарбонатный, полиуретановый он, то есть материал помягче, чем, наверное, поликарбонат, но не буду в материальную тему уходить, полиуретан, он более тянучий, поэтому стали кольца, кстати, делать на кишки. 26 линий. 26 линий. Так, обновляем наш генератор. Ну. Тормозит что-то сейчас. Так, 26, ну, например, 30 просто погоняем. Итак, это тестовый заход. Так, что-то какое-то молчание в эфире. Все еще здесь?
Или все ждали только Ларис? От 1 до 26, правильно? От 1 до 26. Так. Ну что? Полиуретановый РСС 5 восьмых. Манок на белового гуся. Всем удачи. Рабочий маночек. Поехали. Барабанная дробь. Номер один. Победил номер один. Самый первый. Самый победитель. И кто у нас номер один? Блин, опять Молгаров Константин. Ну, Якутия. Ну, вы даете, блин. Поздравляю. Константин. Кэтбону. По-моему, у тебя же Редбон. Редбону полиуретановый РСС. Будет возможность сравнить РСС. Я, к сожалению, не знаю, но вот оно вот так вот, вот так вот бывает. Шаманит. Ну как так? Я не представляю, как так можно. Каждый раз выигрывают и выигрывают. Счастливые люди. Ладно. Всех счастливых людей поздравляю. Удачливые. Вот, на этом у нас сегодня все. Обратите внимание, СП сейчас в камуфляже выставлен буквально сегодня. Полиуретановый это 5 восьмых, Константин. Я не слышал, чтобы... Ну, это как самый рабочий манок. У них самые... Поэтому 5 восьмых. Один из первых, ну, то есть 5 восьмых. Три четверти, одна вторая, это потом уже добавляли. Их ни разу не слышал, чтобы они были версии поли, какой-нибудь там полиуретановой. Долариновые были, а из пластиков более дешевых только 5 восьмых. Ну, потому что он самый рабочий был в свое время, поэтому его недорогой, видимо, и сделали. Так что это 5 восьмых. Ну вот, я имею в виду вот это. 5 восьмых. А играл я на 3 четвертых и на 1 второй сейчас в эфире. Ну, 1 вторая по пискляве слышно было, 3 четверти по такой по гнусаве, по массивнее. Так. Фото от Андрея. Который делает, к тому же, отличные, очень классные, удобные подвесы. Вот он свой DAC Pro получил.
Надеюсь, он еще и звук, может быть, запишет. И рассказал бы, как в сравнении с предыдущими версиями. Просто интересно. Так, повторюсь. Команча СП от Battle Creek сейчас в розыгрыше. Тоже отличные манки. Два друга Вилл Шелли и Майкл Мередит из Мигов. То есть вот они делают классные маночки. Записывайтесь. Вот. Всем участникам огромное спасибо. На этом заканчиваю. Поздравляю всех победителей. То есть у нас 31 номер. Ну, Якутия, в общем, поздравляю Якутию. 31 номер на Т1. И первый номер на полиуретановый RC7. Молодцы, удачливые. Все, на этом заканчиваю. Всем хороших выходных. Готовьтесь к сезону. С выходных этих у нас, по крайней мере, уже собачники открываются. Собачникам не пуха. Выходные уже погоняйте в луговую дичь. Давайте хорошо оторвитесь. В общем, не пуха. Всем еще раз спасибо. Всех поздравляю. Хороших выходных и крепкого здоровья. Всем всего хорошего. До новых встреч. Будьте с лучшими манками. Всем удачи, всем пока.